Современную модель университета невозможно представить без взаимосвязи с параллельно развивающимися технологиями. Вузы всего мира сегодня развиваются по трем основным трекам – образование, наука, предпринимательство. То, что создается в стенах университета, в конечном итоге доходит до рынка, внедряется и применяется для удовлетворения потребностей нашего общества. 2 года назад правительством Российской Федерации был принят федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», который направлен на развитие подобных компетенций и нового бизнес-процесса в рамках российского высшего образования. Мы, на самом деле, в университете приступили к этой работе уже задолго до принятия постановления правительства. Это было сделано в 2018 году, и мы оказались поэтому наиболее подготовлены, наверное, к реализации этой программы среди других университетов Российской Федерации. Это подтверждается тем, что по всем показателям, это включается и конкурс студенческий стартап, и университетский стартап студии и так далее, мы находимся на первом месте в Российской Федерации. Это признано как бы не абсолютно не оспаривается никем. Акселерационная программа будет делиться на 2 блока – образовательный и проектный. Основное и открывающее мероприятие стартует 15 мая. Затем ведется работа команд с треками. Завершением так называемого первого этапа акселерационной программы будет демо-день 3 июня, на который будут приглашены партнеры, в том числе представители университетской стартап-студии. Будут представлены порядка 60 проектов, чтобы из них отобрать не менее 20 уже на второй этап. Он пройдет осенью этого года. Там тоже планируется образовательный блок, но с более глубоким погружением в тему проектной деятельности и создания стартапов. Также будет работа с трекерами. В конце ноября, начале декабря пройдет итоговый демо-день, на котором уже традиционно выберут 3 лучших проекта. Мы смотрели летнюю нагрузку. Все-таки у студентов в июне активная сессия начинается, плюс каникулы. И не хотелось бы отрывать, да, поэтому мы постарались акселерационную программу встроить в учебный процесс так, чтобы это было в том числе комфортно для студентов и не накладывало негативный отпечаток на их учебный процесс. На образовательный интенсив, который стартует 15 мая, будут приглашены действующие предприниматели, представители различных институтов поддержки, другие партнеры из различных организаций, например, из университета Иннополис. Также перед ребятами выступят и студенты, победители конкурсов студенческого стартапа, чтобы на своем примере показать, что конкурс реален ровно настолько же, как и получить миллион. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Николай Суховский, Универ Новости.